два года как Нефас принципиально изменил технологию конструкции и сборки автобусов, в том числе электробус, собираются следующим образом. Сначала изготавливается так называемый домик, то есть на шасси, на каркас шасси ставится каркас кузова, вот, без установки на него агрегатов. Таким образом получается, что вся сварка, все металлические части, они как бы идут отдельно, значит, в первую очередь. А потом уже на этот готовый так называемый домик устанавливаются все агрегаты, в том числе мосты, в том числе оборудование, в том числе электрооборудование, что исключает, значит, образование прожогов. Мировая практика такая тоже есть, вот, но идея была чисто наша. То есть в начале прошлого года мы такую идею сначала вынашивали, потом разработали документацию именно под такую идею. То есть все равно, чтобы изменить технологии, нужно в первую очередь изменить конструкцию документации. Мы это сделали, мы изменили конструкцию документацию, значит, выдали эту документацию производства, после чего технологи, значит, провели подготовку производства. И вот сейчас результатом явилось то, что все автобусы, в том числе электробус, собираются по такой новой технологии. Электробус – это для КАМАЗа новый продукт, и как при подготовке любого нового продукта, КАМАЗ, естественно, всегда занимается подготовкой специалистов соответствующего качества, соответствующего направления для того, чтобы этот продукт производить, для того, чтобы этот продукт в дальнейшем эксплуатировать, обслуживать, ремонтировать. Поэтому есть соответствующий, значит, документ, есть протокол, согласно которого мы готовим план мероприятий, план обучения специалистов по эксплуатации, по ремонту данного электробуса. Учитывая, что данный электробус будет в первую очередь эксплуатироваться в Москве, в Московской области, то создается производственная база именно там, и специалистов мы будем готовить как дистанционно, так и с привлечением, приглашением в Челны, с выездом непосредственно в Московскую область, для того, чтобы этот новый продукт имел, ну, хорошую поддержку в части эксплуатации, в части ремонта.